Ну что, А завтра мне... кто-то пойдет? Я бы пошел. Ну, Так давай все вместе берем. пойдем, что? Да нет, лучше двумя группами. Так, а Не, как мы идем? пойдемте Куда вместе, нас едем? очень мало же. Пойдемте вместе на Турчево. Так все с Ну, две запада мы группы. с востока будем объезжать, или как? Запада быстрее, если проехать по берегу. Ну, в бардак все никто не влезут, наверное. Да. Ну, с Урал и Урал есть. Да мы ехать будем не сильно долго. Ну, то есть по маршруту поэтому едем, да? Или как-то по-другому уже хотите? Да что, вот запутали так. Уже окончательно. Переплыть хотите? Короче, подъезжаем с северо-востока, а потом пешком заходим и выходим с юга. Они машину как раз там слышат, что там что-то происходит. А мы оббежим по кругу. Ну, смотри, как сложно бардак куда. Рандуа. А ты, бардак короче, куда? На бардаке едешь, да, выпрыгиваешь на ходу, а он к ним улетает. А на бардаке у нас бонзай? Или кто? Да. Бонзай, поедешь на западе? Или не хочешь? Бонзай вроде вообще за врага. Не. Бонзай на технике, да, на танке, по-моему. А. Ну ладно. Кто у нас? А, молодой. Ну экипаж я занял какой-то, я не знаю чего, но видно бардака. Бардака. Ну ты езжай на запад, а мы все с востока. Будешь выкатываться по стрелам, конечно, откатишься обратно. Так на запад это вот туда по воде переплывать, что ли, где-то? Ну, блин, я тоже хочу на запад. Можно я с тобой поехать? Я. Сейчас все ломанутся туда. Давайте так, Альфа на запад, Браво на восток, вот и все. Три человека на восток. По три человека. Ты уж реально уже все с запада зашли, я бы там в две ходки переправил бы на бардаке. Давай, похрен, давай так. Да. Там просто и ближе намного, и... На Урале доезжаем до берега, и бардак переправляет людей, все. Так, ну и чё, где здесь? Пробежал до дороги, да? Так, погоди, давай это, тормознись, высадись. Я смотрю. Да, хотя бы это... Он, видишь, какой-то гора у нас там виднеется. Надо сориентироваться, где находимся, для начала. Да-да. Так, забор, забор. Перед нами здесь забор. Факт. Совсем оказал, не, мы за забором. Скажу даже где мы. А где-то да, вот тут вот. Это в этом, да. Так, и я сейчас смотрю, получается, на ней на чисто на мужике. Да. Знаешь, остановиться, вообще, когда это какие-нибудь снайпер, то я убью. Да я не могу выходить. Нет, не могут. Блин, когда вот на вышке будет, где ракетный знак я поставил. Паш, 174 где-то приблизительно один. Ну вот здесь проплешина есть, то вроде можно сюда воткнуть. Так, сейчас. Ну да, да, да. Блин, а я не знаю, мы в елку не попадем здесь. Ну попадем в елку, раздвинем. Только мы здесь с обратку если получим, мы уйти не сможем. Тут визуально нас никто не видит. Какая тут обратка? Вспышка. Херня, Паш, херня. По вспышке. Ладно, давай, я стою здесь, тащи сюда, ну, чтобы не убить. Короче, ну, вытаскиваем пушку. Телебашню наблюдаю, никого на ней нет. Все, я пошел. Внутри могут. Ну какой смысл внутри сидеть? Так, да. Может, конечно, просто он с другой стороны. Вполне возможно. Репит, я немножко сместился в другую. Так, это у тебя получается налево тебе надо повернуть. Здесь домик какой-то показался из тумана. Сейчас сориентирую, что за дом. На той стороне, что ли? Да-да. Да, это дом на высоте рядом с высотой 46 в зоне. Кстати, я могу попробовать зайти в тот же, на ту же башню. Зеленую точку. Да.
Угу. Кстати, тоже могу зайти на ту же башню и стрелять по триггеру. Ах ты. Хотя весьма странно, слева должен быть тоже дом, но я его не вижу. Я вроде на себя иду, да? А, там не дом, там навес. Застрял, нет? Нормально? Не-не, все, идем. Ну что, я у церкви. Окей. Здесь вот в этом месте вроде получше, поширше. Так, чё, где? Так, так. Ну, давай дальше. Принято. Вот сюда прям. Вот сюда прям. На меня. Встаешь и ставишь. Чё, зетка? Здесь, правда, елочка маленькая будет немножко мешать. Впереди. Ну, неважно. А, он ходит. Слышь, как танк водится, он сразу за диском. На юге? Пониже может спуститься на востоке, тяжко. Еще. Давай, фраер. Это так странно выглядит с пушкой. Короче, пацан на башню перешел. Нет, 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 другую, да, да. Вот так. Хорошо. Даже можно, кстати, пониже еще спуститься, здесь нормально будет. Репит, давай поверни направо. Да, что ли? Нет, нет, в другую сторону. Вот так, вот так, вот так. Да, вот. Вот, и все, теперь выравниваю. Все, стой. Ты стрелял. Он меня увидел на цифре, где там прислал. И она у тебя будет. Смотрите, строго. Ну, это у нас на 180. Я рядом с собой, где? Да, да, согласен. Или башня, блядь. 165 где-то так. Сейчас он на. А домик, да? Мы ближе по берегу пойдем тогда. Я вот бардак. На юг. Блять, не проходишь, Крат. На южной части балкон. Это вот он забор другой, это... Другой, повторяю. Или нет? Где впереди дом там какой-то. Снимите, как будто забор какой-то. Ну дом, видишь, и торчит дом? Дом вижу, да. Да, так, а какой забор где от него? Чуть правее, левее, чуть левее забор там, не проплешь. От дома? Да. Да, ну это Тирск, скорее всего. Бля, далеко для сюда. Может вот это пальнуть? Можно. Так, ты что там пристрел какой-нибудь выбрал? Ну я бобсом долбану бронебойным. Стой, а я же могу командиром сесть. Может у меня что-нибудь может есть? О, у меня есть. А компас слабенький, говно. Нет. Так, что тут толкать, нести, зарядить? Так, а на месте посажу. Так, ну мы готовы. Я могу попробовать бобсом долбануть, посмотреть, куда ранен, улетит. Ранен, блять, он меня заметил и ранил. Понял, отступаю. Подай к чигар, я забегу в эту. Это не он, походу. Пит, знаешь, что мы сделаем сейчас? Это снизу. Я сейчас пушку ровно, чигар, я брать? Ровно по корпусу, как смотрел, выставляю в сковоре. А, сейчас, подожди. В соосности, имеется в виду. Вперед смотреть. Да, нет, нет, там влево, 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 давай, нет, влево. Нет, ДМ-2 стреляет. Влево-влево. Еще левее. Мы ее просто сейчас переставим, вот выставим вот точно по компасу. Да? Все правильно? Да, это так. Вот, и мы сейчас пушку развернем по компасу. Кто-то снизу, значит, там он не один, там на башне. Снизу, так, какой, видимо, там был? Это, Брок, смотри, башня отсюда видна. Так куда ты хочешь пальнуть? Да в центр, блин. 165 примерно. Нас, короче, танком ебануло в церкви. Уходи оттуда, Антон, уходи отсюда, сейчас еще один близ. Они в церкви вообще работают, в Тирске. В церкви Тирск? Церковь Тирск? А, да? В церковь Тирск прилетел фугас танковый. Так, а сам танк где в районе? Не слышали, не видели? Где-то здесь. Сейчас примерно метку. Отклая на вышке вроде какого-то метра. Танк или башня. Я убил одного только. Я думаю, примерно на твоей метке. Да, Паш. Понял. ФБшками хуярит там. А Бердемон живой? Да. А метки это в доме, что ли? Короче, даю бобсом по дому. Чуть южнее, всего, Паш. Очень рядом с нами сейчас упал.
Танк ведет. Он уезжает. Фара, что ты ебнешь? Я его не видел еще. Вижу. Черт. Вижу от гусениц пыль, сам танк не вижу. Он обратно уезжает нам. Он около черного домика, скорее всего, стоял. Он уезжает. Он чисто на запад уезжает. На восток. Да, на восток. Уехал, по-моему. В сторону дороги на восток он уезжал. Все, потерял я его. Флайер, ты даже побежал? А, вот вижу. Паша, вылези просто, наверное, оттуда. Смотри в оптику здесь. А, кстати, башня. Ты где? Да. Башню кручу, короче, на карту открываю, она совпадает с тем, что есть. С этим, с компасом. Да, с компасом. Да. Там оптика хорошая, поэтому я не вывожу там. А, ну окей. То есть там видно, да? Да, там увеличение хорошее. Краб жив? Да, на метке. Туман. Паш, можешь сейчас в сторону этого долбить? Я и долблю навесом бронебойными в сторону перекрестка. Я ничего не слышу, ни прилетов ваших вообще ничего. Сильно там косить. Вышла одна. О, вы сейчас почти по мне попадаете. Танк прямо здесь. Куда брать? Перед... Дальше? Левее? Да, никуда не надо, я же ничего не вижу. Понял. Паш, погоди, не стреляй. Ощущение, что со 150... Танк очень далеко, но... Со 150 куда? Они поняли, что мы отсюда идем, и танка погнали вообще далеко. Давайте по берегу пойдем. Что там парень с той телевышкой стреляет до сих пор? Конечно есть. Как по-твоему? Думаешь, он след, что ли, убежал? Вы тандемный взяли с этого урона? Да. Их там много было. Ребят, ну, в принципе, здесь ловить нечего. Может, мы действительно переедем как-нибудь там? Поехали. Сейчас Урал подгоняю. Или перетащим к Уралу. Уралом быстрее будет. Я за Уралом. Мы, короче, снимаемся с этого места, будем со стороны востока заходить. Пушкой подмогу отойду. Поможем вам, в общем. Зачем? Я уже рядом с зоны навел бы вас на зону. Ну там, вы говорите, все равно. Примерно. Ладно, ну там мало осталось, там фугасы только остались, и один на бронебойный. Ну давай, Паша, расстреливай, тогда я Урал подгоню. Что подгонять? Зачем подгонять? Она пустая будет. Нет, стой там в Урале. Рядом со мной падает ПП. Не долетаю? Ты, у тебя падает снаряд чуть-чуть южнее метки краби, метров на 200. Я пробую на стоп. Выше, Паш, бери, выше. Сейчас выше за... А зима правильная, вот... А зачем вы сюда ПП-шками-то лупите, объясните? Пристреливаемся. Ну, разве фугас так же полетит по вашему? Нет, мы по крайней мере азимут узнаем. Бардак живой? Живой. Ты там танк не видишь нигде? Нет, вроде смотрел. Ебать! Перестаньте, это у меня под ногами попало. Ладно. А я все левее беру, это краб перемещается налево. Ты попал севернее вообще, то есть на мою метку сейчас воткнулась во склон. Понял. Теперь фугасы идут.
Паша, а кто бежит? Посмотри по берегу, метров 300 от берега. Это я, наверное. 170, азимут. Я прям условно. РПГшник, РПГшник. Я и флайер. РПГшник, да? Да, я РПГшник, у меня кто актуален. Я вижу его, он в елку сел, закрылся елка. Привет, Кусяки. Да, флайер, скорее всего. Флайер. Я вот домик пробежал, где метка зеленая. Ты домик пробежал? Ты в домике? Я, блядь, севернее. А это у берега прям. Не, ну мне метров 200 до берега. Я, короче, на него смотрю сейчас. Да, я вижу его. Я могу, в принципе, дать такой легкий. Крафтываешь? Нет. Это в Тирске валит. Антон убили. Кто-то поднимается. Ну, короче, он РПГшник вверх поднимается это по склону. Я. Понял, все. Там бардак, вижу уже базу вражескую, смотрю пока на них просто. Паша обманул нас, то что они не могут выходить. В смысле, могут? Некоторые могут, некоторые нет. Снайперы могут. Ну а как иначе, мы встретили в Тирске двоих. И танк здесь тоже стоит. Так зоны же в Тирске там находятся частично. А, слушай, да. Краб плохо карту смотрит просто. Так, короче, уважитесь, летит фугас. Я, походу, сейчас меня унесет. Я должен тебе массе поставить, я перебежал. Он летит. Сильно вперед. Она в море упадет, затет. Да нет, ну не лет. Дальше. По-моему, нет, недолет. Недолет, недолет. На азимут правильно? Да, метров 300 дальше. Аж 500. Опять туда же. Да. Это наш бардак приняли, по-моему. Вы бардак живой? Живой? Да, это бардак приняли. Пушки нет. В смысле нет? Кончилась пушка. Да, все, БК пустая, полностью сухая. Крэп, это ты сидишь? Да, я, ты беленький. Репит, давай, садись, поехали. Отхожу. Флэр, танк там где-то на востоке, он контролит, походу, всю зону. Он по дороге там, наверное, да, где-то? Без понятия. Я спущусь тогда и пойду дальше. Уверен, что он видит всю зону. Сейчас то есть нам по дороге лучше не ехать, да? Не знаю. Кузове что ли, Паш? Нет. Я смотрю, что там есть. Да, а что может это... Ты где он пришел? Давай. Давайте всем сделаем. Так, что, будем переходить на сдвиг? Да, почему всем перейти на сосед? Пиздец, как так? Убил сейчас гарантированно против. Флайер, ты там на картах? Да, под елкой сижу. На метке. Я сзади тебе. Арпи, ты где? На другом берегу дороги. А, понял. Вы вдоль... А, вдоль дороги, понял. Побежу. Ты к крабу хочешь пойти? Я если что, репит на твоей стороне. Я вижу тебя.
Крабфайр жив? Я, да. Где бардак горит? Там никого нет? Там пан, скорее всего. Может, чуть подальше. Так ощущение, что они прям там встретились, короче, бардак выскочил прямо на танк. Фраер, бегу. А? Что за форма? Врага. Их ждем, но эти. А у кого ПК был? Кто два чувака сидят, сидят? А. Вроде бы. В касках русских. Мы? Вдоль дороги. Ой, я прям около вас. Я тоже. На 140 там бардак горит. Да, видит. Один я слышу, по-моему. Ну да. Ничего, сейчас приду. А у него темная жилетка была? Нет. Mm-hmm. Ну он зеленый, весь такой пестренький. Зеленый это может просто. Потому что ТКДшки зеленые. Ну он же в ТКДшниках не бывает же в шлемах черных. А, ну да, 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 да. Как у полицейских перемен. Ну да. Вам они рыхнутся. Время у нас пока есть немного, да? Пока. Они в триггере как минимум есть. Да. Танк не видел? Нет. Ни звука, ничего. Так, Антон, а, вижу танк, вижу танк. 170, через дорогу. Далеко? Да, нет, сами метра не... 30, метра 30. Сами не ходите к нему, ходите, пока он в зону поедет защищать. Он стоит там, вроде командир выслал. Сейчас посмотрю. Смотри, не на нас? Не-не, не на нас, там бегает с него. Все, поехал, по дороге. Вижу. Все, он в зону едет, Паша, наблюдаю с левой стороны. Да я слышу. Бля, нас не слушает случайно, как-то поехал так, сразу доложу. С востока примыкающая дорога, вот он там сейчас едет. Южнее сдвигается, параллельно основной дороге. По леску идет. Пока сейчас. Тихо, фраер, сейчас стрелять будет. ОВР очень крутая телетрактория, закон. Мне поближе подойдет. Там на 200 метров. Так, кто-то бегает, перебежал дорогу точно. Свой. По очереди им стреляет. Там упор ко мне 50 метров. Так, нашего сняли у кого-то там на дороге. Танк, по-моему, приехал в зону защищать. Нет, кто на него стоит, я прям по ним лежу. Ха-ха.
по-моему, репита убили. Куда сел, на мехводы или на стрелку? На 200 бункере там, чувак. Я лучше с севера его обходил. Ну, потому что на юг смотрит, только что нашел, он по юг. Да, я вижу его. А относительно шлагбаума, бункер слева или справа? По-моему, севернее, который справа. Как он меня увидел? Хорошо обнаружили. Вообще как-то странно. Как он меня увидел? Ох уж этот банзе. Долго ходит, конечно. Да, репит, с пушкой здесь было не вариант. Тут с нашего направления куча елок, и она в низине еще эта хрень находится. Я как и говорил, надо было ставить его на возвышенность. А все равно мне пишется. Танк бы нас быстро поймал. Ну да. Ну у нас бронебойная есть. Мы тоже не беззащитная. Фуэр покидает зону. Дезертир. Да ну его нафиг. Мамки в пельмешку, да. Тогда. И газ решил наоборот сблизиться. А, не, они с ним что-то договорились. Он место ищет. Он, по-моему, увидел танк. Сейчас будет стрелять, наверное. Ну, должен был. Энкер, короче, можно сказать. Его глаз. Смелее. Караш ничего не сделает, он там лежит как этот, как тюлень. А РПГХ только у фары одного было. Получается.
Чигары что-то есть, труба какая-то. А, 18. Наверное, с кочегаром хочет встретиться. Флэр. А, нет, фон. Кочегар достает трубу. Короче. Пола, как он вообще выглядит? Хватка, подъелка. Как его вообще можно было увидеть? Прорисовка. Станция. Что, допрыгался, фраер? Да. Эхо.